Дай почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Литцерева, профессор Вятского государственного университета. Как только прочитаешь первые страницы этой книги, то сразу вспомнишь старую песню Александра Розенбаума про скорую помощь. А не только потому, что главный герой и в книге, и в песне врач, но еще и еврей и ленинградец. Что не лекарь, то еврей. Штильбас, Зусес, Ипалей, Розенбаум, Шноль и Коган с Гофманом. Итак, Семен Маркович Гуревич. Патологически честный, да безумие отзывчивый и сентиментально милосердный. Где бы ни оказывался, в ленинградском роддоме или израильском кибуце, назывался маньяком Гуревичем. Именно о нем книга Дины Рубиной. Ее обожают, она ведь пишет о жизни, о человеческом одиночестве, о чувствах, о главном. Короче, обо всем, чего не хватает нам в нашей нелепой, суетливой, наполненной иллюзиями и кутерьмой жизни. Помните, как у Геннадия Шпаликова: «По несчастью или к счастью, истина проста. Никогда не возвращайся в прежние места, даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищешь, ни тебе, ни мне». Так что же ищет упорная Дина Рубина из своего израильского далека? Почему ей судьба обыкновенного и честного советского еврея и врача так любопытна? Ведь это обычная жизнь. Семья, детство, отрочество, юность, учеба, любовь, женитьба, медицина, эмиграция, горький хлеб чужбины. А, между прочим, множество анекдотических ситуаций, баек, смешных и ужасно грустных. Рубин остается верной себе. Все очень человечно, все забавно и все трагично. Не могу сказать, что от этого чтения лично я получила удовольствие. Простите, рассуждаю как читатель, а не как профессионал. Но то, что эта книга берет за душу, выводит из рамок национальной принадлежности, очевидно. А роман оставляет добрые, светлые и теплые впечатления, потому что он о вечном, любви, становлении, верности, открытиях, потерях, обретениях. И совсем не важно, какой ты национальности. Важно, сохранил ли ты в себе человеческое. Смог ли почувствовать чужую боль, как свою. Можно ли стать счастливее, переехав в другую страну? Думаю, нет. Конечно, ты переехал, все хорошо, но душа твоя, твои ощущения навсегда остаются с родиной, тебя вскормившей. Не надо иллюзий и уловок. Не думаю, что в творчестве Дины Рубиной «Маньяк Гуревич» – это прорыв. Но все же так щемяще она пишет о нашей юности, о любви и о семье. Спасибо. 18+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам: Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! «Дай почитать».